Привет, друзья! Российские военнослужащие показали работу командно-штабной машины Р-149 БМРД и Р-439ОД. Можно сказать, это уникальное видео. На данный момент роликов с этими машинами больше нет. Ранее мы рассказывали про схожую машину связи Р-149МА1, но она сделана на базе БТР-80. Ссылка на видео в комментариях к ролику. Машина предназначена для организации управления и связи по проводным радиоканалам и спутниковым каналам связи. Перечень аппаратуры, размещенной в машине, в описании к видео. Поступила задача развернуть узел связи для обеспечения связи командованию и нижестоящим подразделениям. Техника расставлена, боевое хранение выставлено. Сейчас я покажу вам некоторые элементы нашего узла. Как настрой? Боевой. Вот наша боевая машина Р-149 БМРД. Экипаж работает, двигаемся дальше. Подхожу к нашей станции спутниковой связи. С помощью нее мы будем организовывать канал спутниковой связи, засекречивать его, и после этого сможем позвонить в любую точку планеты. Щелкать все вот это надо? Да. Мы с вами находимся в станции спутниковой связи Р-439ОД на месте старшего механика. Сейчас вам расскажем немного из нашей работы. Приветствую. Произвожу запитку оборудования, настройку антенны, нахожу спутники. Мы их видим 15 штук. Поднимаю тарелку, ввожу данные. Есть куча телефонов. Проверяем связь. Как слышишь меня, прием? Все, канал готов. На станции можно работать. Вот, кстати, видите, стоит кубок. Лучший экипаж. Наша задача выполнена. Мы установили устойчивую, бесперебойную связь с командованием. Как известно, связь, она как воздух. Когда есть, никто не замечает. Когда нет, все задыхаются. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.